Пусю. Папа много работает, он часто на концертах и на студии. Я пишу письма папе на WhatsApp и звоню ему на FaceTime. Папа Skype, папа FaceTime, папа WhatsApp. Папа в самолетах, папа в поездах. И мы с вами в разных часовых поясах. Я пишу вам эти строчки, дочки, вместо точки смайл. Папа скайп, папа фейстайм.